Друзья, всем привет! Неделю назад я анонсировал выпуск очередной лотереи, в которой будут разыграны два кия мастера Коржева и мастера Каюкова, традиционный. Ну что, прошло 7 дней, у нас на пороге Новый год, и самое время подвести итоги нашей лотереи. Ну что ж, 111 человек решило принять участие в нашей лотерейке. Они отправили суммарно 122 доната на общую сумму 66 800 рублей. Забавно, что общее количество, сумма призов кия от мастера Каюкова, кия от мастера Коржева примерно сопоставима с этой суммой. Ну там плюс-минус, около 70 тысяч рублей. Лично я оцениваю эти два приза. В общем, донаты приходили. Спасибо всем, кто принял участие, без исключения. Были, конечно, мега-донаты. Александр Денисов, 10 тысяч рублей, один такой единственный неповторимый. Константин Гришель, 3 тысячи рублей. Плюс были еще на 2 тысячи, несколько по 1000, а один на 1800. Спасибо незнакомым и знакомым мне людям, Наталья К. в частности, вы ее видели в чатах YouTube-трансляции наверняка. Где только есть бильярд, там она. Мне очень польстила, в общем, поддержка всех вас, дорогие друзья, и тех, кто поддерживает с первого прямо выпуска эти мои лотереи, мой YouTube-канал, и тех, кто только-только сейчас присоединился. Все ваши сообщения записаны, вот они на сайте Donation Alerts, и в итоге они сформированы были вот в такую экселевскую табличку, 668 строчек, одна строчка на 100 рублей. Константин Гришель, Макс Петров, Карвер Вудворк, Анатолий Иванов, приветствую. Всем-всем-всем большая от меня благодарность. И что? В общем, давайте сразу, наверное, к делу. Переходим на сайт random.org традиционно. И вот мы должны получить два числа в интервале от 1 до 668. Все включены. Будет это все представлено двумя колонками. Поехали! 506 и 178. Первое число – это победитель, который получит кий от мастера Каюкова, традиционный кий. И второе число – это номер победителя, которому достанется кий мастера Евгения Коржева. 506. Смотрим, открываем экселевскую табличку. 506, 506. Это Константин Гришель. Вот его имейл. Ну, донат на 3000, конечно, это серьезная заявочка. Константин, я вас поздравляю и благодарю еще раз за поддержку. Итак, второй номер, 178. Это обладатель новенького кия от мастера Коржева. Кто же им будет? Так, еще раз перепроверяем. 178. Донат от Тима. Тим К. Кожанов Т. 500 рублей был донат. Не самый крупный, но зато счастливый. Тим, я тебя поздравляю так же, как и Константина. Вы вдвоем красавчики. Вам повезло. У вас будут новые палочки от классных мастеров. Ну что ж, всем спасибо. Надеюсь, еще увидимся, услышимся в следующем году. Надеюсь, призов будет много. И если вам не повезло, не расстраивайтесь. Повезет в любви, как минимум. Ну, либо повезет в следующей лотерее. Всех с наступающим, пусть новый 2021 год принесет нам больше позитивных эмоций, станет радостнее и подарит больше бильярда. Всем пока.